начале выборной кампании мы подписали договор о честных, легитимных выборах. Я думаю, что это условие договора было выполнено. По крайней мере, ну, в отношении себя я не увидел каких-то давлений и там, препятствий. Я, в принципе, мог делать все, что хочу. И поэтому я утверждаю, что все-таки это были честные и легитимные. По крайней мере, показатель такой, что все те, кто заявились, дошли до финала. Я получил опыт, я приобрел много друзей, я приобрел много не совсем друзей, но это нормально, это совершенно нормально. За меня проголосовало немного, ну, порядка 15-20 тысяч человек, если мерить спортивными мерками, то это 3-4 Волгоспорт-арены. Это немало, я думаю, это ответственно. Все-таки мне надо было побороться не за власть, а за место во власти. Я хотел бы, чтобы голос представителей каждой партии, каждой группы людей был услышан.